с этого момента нам надо смотреть.
Дорогие друзья, братья и сестры, настал тот момент, когда мы можем приглашать присутствие Божие, и в наших молитвах мы попросим, чтобы Господь благословил этот торжественный день для жениха Хоменко Александра и для невесты Крюковой Ирины. Чуть позже я представлю уже родителей, и мы начнем те наставления, которые по праву они ожидают. И только маленькое исключение, если возможно, я попросил Василия Алексеевича Еремук подойти сюда к кафедре, совершить молитву в начале нашего общения. Слава Господу, братья и сестры! Помолимся Господу. Святой и праведный Бог наш, во имя Иисуса Христа мы с особой благодарностью преклоняемся перед Тобой, что Ты наш Бог и Спаситель. Господи, слава Тебе, что Ты солнцу повелел сегодня взойти над землей нашей. Ты открыл глаза наши, Ты жизнь нам дал. Слава и аллилуйя Тебе, великий Творец. Мы верим в Те чудесные обетования, что где собирается во имя Твое народ Твой, Ты всегда через Духа Святого там присутствуешь, Господи. Мы верим, что Ты вместе с нами сегодня, и Ты благословишь Александра, Господи. И этот брак благословишь, и Ирину благословишь. И мы верим, что Ты имеешь для них особый план Твоих небесных благословений, чтобы их совместная жизнь была благословением для Тебя и друг для друга. Во имя Иисуса Христа просим, народ Божий благослови. Благослови, Господи, Вячеслава Гуревича, да, те наставления, которые бы сопутствовали им во благо в счастливой семейной жизни. Во имя Иисуса Христа наша молитва к Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Занимайте места, пожалуйста. В этот торжественный день, думаю, что все приглашенные здесь имеют одну цель, не только присутствовать, главная цель у каждого – просить у Господа благословения для этой молодой пары, для невесты, для жениха, чтобы Господь их благословил начало семейной жизни. Те, которые имеют определенный опыт семейной жизни, знают, насколько это важно и дорого в наших глазах, чтобы мы, начиная что-то новое, имели наставника, имели учителя. Потому что каждое новое дело имеет свои нюансы, свои сложности. Я думаю, что для Ирины, для Александра это новое дело, да? И они свидетельствуют, что хотели бы тоже иметь благословение и главным наставником и учителем призывать имя Иисуса Христа. Да, пусть Господь благословит. Здесь есть родители, которые очень переживают за этот день. Может быть, годы прошли в этих переживаниях. А теперь финишная прямая, да? И пусть Господь благословит. Мы представим родителей невесты, брат Анатолий, сестра Надежда Крюковы. Это по их желанию, по их стремлению, по их молитвам вот эти молодые люди перед вами. Ну и вы, конечно, тоже. Потому что родители иногда подсказывают жениху, невесте, кого приглашать. Правильно? Вот. Ну, а потом их обязанность уже родителей чаще приглашать в гости. Да, получится? Со стороны Александра родителям невозможно было приехать, и есть духовный наставник или друг, с которым он по жизни идет и спрашивает некоторые советы, имел молитвенную поддержку до этого дня брат Александр Мотовилов, он тут, и он тоже в конце, когда предложим родителям молиться, он тоже будет совершать молитву, как бы представляя родительскую сторону Александра. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня имеем полное право дать наставление, потому что в этом есть желание невесты и жениха. Они просили о том, чтобы мы подготавливали их ко дню бракосочетания, подготавливали некоторые наставления. Не секрет, скажу для всех присутствующих, что мы с ними уже встречались несколько раз и даже встречались в порядке тех бесед,
которые предусмотрены в нашей церкви или в других церквях, чтобы подготавливать невесту, жениха к бракосочетанию, ко дню, когда они будут просить благословения у Господа в присутствии церкви. И эти встречи у нас были, они имеют уже некоторую информацию, некоторые наставления. Сегодня вкратце остановимся уже на других вопросах. И когда мы читаем послание апостола Павла к Тимофею в первом послании, во второй главе, мы читаем следующие слова. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Аминь. Может быть, на бракосочетаниях пастыри редко выбирают этот стих для того, чтобы на основе этих стихов дать некоторые наставления. Но я хочу обратить ваше внимание, присутствующих в зале, ну и в первую очередь невесты, жениха, стоящих передо мной, о том, что они заметили самое главное в этом тексте. Не утруждая вас, отвечу за вас. Здесь апостол Павел обращается к народу, обращается через Тимофея и говорит: «Прежде всего прошу совершать молитвы». Когда мы внимательно смотрим на этот термин «прежде всего», какая картина открывается перед нами? Тогда, когда мы ребенка ведем в садик в первый день, прежде всего. Тогда, когда ребенка ведем в школу в первый день, прежде всего. Тогда, когда ребенок идет, наши дети идут учиться, прежде всего. Когда наши дети, повзрослев, стоят, как сегодня, перед нами в качестве невесты и жениха, прежде всего. И этот список можно продолжить настолько, чтобы увидеть, что прежде всего, и слово «всего» такое объемное, такое многозначительное, что мы можем в этот термин включить и сегодняшний день. Прежде всего. Чем дадим какие-то наставления, прежде всего, чем мы будем планировать, что делать, как сформулируется наша семейная жизнь, какие построятся отношения. Апостол Павел предлагает Тимофею, я думаю, что мы не исключение, если бы мы его спросили, а что нам прежде всего делать? Апостол Павел сказал, или читайте это место, если есть в Библии, а если нет, он скажет, совершайте молитвы. Дорогие друзья, в первую очередь хочу спросить невесту и жениха, согласны ли вы, что в вашей жизни успех в семейных отношениях, радость и счастье придет только, как вы прежде всего будете молиться вместе? Да. Давайте на основе этих обещаний, этих согласий мы построим свое размышление. Тогда, когда в семейных отношениях прежде всего мы молимся, тогда получается все остальное благословенно, приятно и удобно. Когда мы оставляем молитвы после, иногда бывают некоторые шероховатости. И здесь апостол Павел говорит, и для того, чтобы вы могли прожить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, прежде всего совершайте молитвы. Вот эти атрибуты или характеристики в семейных отношениях, я думаю, что они важны каждому из нас. Невеста и жених перед нами, может быть, не совсем понимают значение этих слов, но семейные люди, сидящие в зале, знают, как важно в семейных отношениях иметь тихую жизнь. Это второй стих второй главы. Чтобы проводить жизнь тихую. Иногда нам прискорбно смотреть на те семейные отношения, на тех даже наших друзей или, может быть, родственников, которые имеют не совсем тихую жизнь. Иногда даже соседи слышат, не только члены семьи, какая нетихая жизнь. Знаете почему?
Я догадываюсь, что там, наверное, с молитвой что-то не в порядке. Или они оставили молитвенное общение на потом, или она совсем отсутствует, но что-то, какая-то недоработка есть. Было бы отношение к молитвенной жизни супругов правильным, и было бы отношение в соответствии с Священным Писанием прежде всего, то тогда жизнь обязательно была бы тихой. Далее за этим следует, что благодаря прежде всего, что мы ставим на первое место молитвенное общение не только друг с другом, но с членами семьи, молитвенное общение в присутствии церкви, молитвенное общение той молитвы, которую мы совершаем только сами в закрытой комнате наедине с Богом, вот эти молитвы дают нам не только тихую жизнь, но безмятежную. Слово «безмятежное» происходит от термина «мятежи», то есть «возмущение». И мы видим, что во многих странах, где не ставится в первую очередь или не обращается особое внимание на молитвенную жизнь, не совершаются молитвы в Конгрессе, не совершаются молитвы при каких-то заседаниях в правительстве, не совершаются молитвы в школах, не совершаются молитвы на рабочем месте, когда начинают работать. Вот начинаются мятежи, начинается противостояние, есть группа оппозиции, есть лозунги, есть транспаранты, есть высказывания, противоречащие или дестабилизирующие нормальные отношения. Почему? Потому что нет молитвы. Я помню, у нас на предприятии, может быть, 10 или более тому лет назад, брат Василий тоже помнит об этом, когда делали по случаю праздники, делали какой-то обед, то всегда призывали молиться. Последние лет 7 я уже этого не вижу. И это вопрос. Может быть, и поэтому некоторые предприятия теряют свои позиции в бизнесе, потому что прежде всего обращают внимание на прибыль. Доллар, доллар и доллар. Не считаются с людьми, не считаются с временем, не считаются с правилами, которые Господь установил. Прежде всего, совершать молитвы прошения или молитвы благодарения. Итак, Александр и Ирина, задача перед вами. Если вы обещаете, как основа ваших благословений в семейных отношениях, брать прежде всего молитвенную жизнь. Обещаете. Да, я сделаю как бы маленькую сноску или секрет открою, что в тех уроках, которые мы проводим с женихом, с невестой перед бракосочетанием, мы делаем маленький тренинг. И я предлагаю, чтобы они в начале беседы, в начале нашего урока помолились и после помолились. И это становится своего рода как наработка или, может быть, какая-то уже привычка, если это в правильном понимании. Набивается какая-то мозоль уже, и они с этим идут по жизни. Они уже обещали. И в присутствии вашем они еще раз обещали, что, имея правильное отношение к молитве, они будут счастливы. И они пообещали, что будут молиться друг за друга, за родителей, за церковь и за то, что Бог еще пошлет в вашей жизни. Прежде всего. Иногда люди становятся, прежде всего, разбираются в аккаунтах, сколько у кого какие деньги, кто сколько зарабатывает, и сразу после свадьбы, может быть, но Ирина не должна так сказать. Александра, я так просмотрела, у тебя каждый чек не соответствует моим ожиданиям. Давайте, прежде всего, мы поменяем тебе работу. Да? Так не надо. Надо молиться. И чек увеличится, или работа поменяется, или отношение к тем заработанным деньгам поменяется, и остаток будет больше. Точно, если вы прежде всего будете молиться. Да? Начнем с этого. Потом Александр может сказать, что слушай, давай что-то мы поменяем. Не хватает тебе времени дома справиться с хозяйством, а я так хочу, чтобы было приятно, уютно и красиво. Да? И что надо прежде всего делать? Молиться. А после молитвы, один брат говорил, что тогда, когда мы молимся, похоже, что мы находимся в лодке и работаем одним веслом. А когда мы действуем, задействуем и второе весло, и тогда лодка движется точно в том направлении, в котором нужно. Тогда, когда Александр видит какие-то недочеты в семье, молиться,
и засучивать рукава, помогать Ирине. Согласен? Ирина, принимаешь такое? Да. Ну, правда, не все ему надо доверять, но, тем не менее, если появится такая инициатива как-то с улыбкой, доверь ему что-то делать, но сама наблюдай, как он делает. Ну, а почему бы нет? Ведь на то вы и решились совместно начать семейную жизнь, идти одним путем. Кстати, почему они расположены так, я вам открою секрет. В народе говорят так, что семейное счастье приходит не тогда, когда мы смотрим друг на друга, а когда вместе в одном направлении. Так? Вот это день, когда они смотрят друг на друга и имеют свою окончательную фазу. А потом они вместе будут смотреть в одном направлении. Решать те вопросы, которые вышли к вам на пути. Решать те проблемы или радоваться вместе о тех благословениях, которые Господь пошлет вам. Согласны с этим? Вот. Так что сегодня только так вы смотрите. Да? А потом вместе в одном направлении. Когда мы говорим на тему «прежде всего», в народе есть такое высказывание. Если человек собирается в дорогу, ему надо помолиться один раз. Советует, помолись один раз. Если человек собирается на войну, помолись дважды. Но если собирается жениться, помолись трижды. Как, Александр? Ну, ты не считаешь, сколько раз молился, да? Но то, что Ирина перед тобой стоит, это уже ответ, на, не знаю, на первой, на второй, на третьей молитве, на десятой, но это уже ответ от Бога. Он ответил на твои молитвы. Ты так свидетельствуй, да? Ты молился, чтобы Господь расположил твое сердце к той, которую Господь приготовил для тебя. Аминь. Ты уверен и свидетельствуешь, что Ирина Богом приготовлена для тебя. Там не было каких-то сватов или там советчиков, да? Хорошо, Ирина, как у тебя обстоят дела? Ты молилась прежде всего? Да. Я думаю, что в период или время, когда мы начинаем молиться об этих важных вопросах создания семьи, может быть разным. Кто-то начинает молиться раньше, кто-то начинает молиться чуть позже. Ну, я не знаю, нет каких-то конкретных возрастных цензов или указаний. Но тогда, когда дети слышат молитву родителей о них, тогда уже надо молиться самим. Так? Ну, теперь спросим родителей. Брат Анатолий, сестра Надежда, не говорите время, но... Годы прошли, когда вы молились о своих детях, чтобы Господь им послал счастье и возможность создать семью. Да? Молитесь и дальше, у вас еще есть. Да? Пусть Бог благословит в это не ослабевать в усердии в молитвенном, потому что в этом есть смысл. И вы свидетельствуете, что сегодня эта пара стоит перед вами как результат многих молитв. Пусть Бог благословит вас, продолжайте дальше. Они и дальше нуждаются в ваших молитвах. Вот. Не думайте, что этим уже все закончено. Да. Поэтому, друзья, я бы хотел ваше обратить внимание, что апостол Павел говорит на основе молитвы. Он даже выделяет один очень серьезный момент, когда надо усиленно молиться. И только тогда можно зайти в комнату, свою уединенно и молиться, но чаще всего вместе. Не всегда получается, если у кого-то режим работы или какие-то другие обстоятельства мешают, но только чтобы не помешал внутренний мир, который разрушен. Вот, чтобы вы сохранили добрые отношения друг с другом, добрые отношения с церковью и правильные отношения с Богом, откуда исходит мир. Он источник мира. Да? И Господь говорит: «Мир мой даю вам». Вы хотите, чтобы Господь свой мир давал, не так, как мир дает, а свой мир даровал вам. Да? Пусть Господь благословит. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, и говорит: вы не отлучайтесь, не оставляйте друг друга, только если у вас будет по согласию выделенное время для поста и для молитвы. Если случится, что вам уже не о чем молиться, не думайте, что вы должны оставлять молитву. Вы должны продолжать молитвой благодарения, молитвой хвалы, прославлять Господа. Ну а если получатся какие-то нужды, значит, молитвой прошения. Вся эта тематика должна сопровождать вас на жизненном пути.
Тогда, когда мы читаем послание апостола Павла к Ефесянам, одно прекрасное повеление или пожелание для жен и мужей, он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дорогие друзья, я не думаю, что если кто-то меня осудит на эту тему и скажет, что Вячеслав Гурич не прав, когда добавил что-то, я к этой фразе, которую высказал апостол Павел в послании к Ефесянам, добавил бы, чтобы жены повиновались своим мужьям во всем с продолжением, что угодно Господу. Это будет правильно, более понятно, как-то разъясняющий оттенок имеет. Во всем, в чем его воля. Потому что бывают иногда такие размытые границы, стертые берега, что жены повинуют, мужья требуют, чтобы они повиновались во всем, даже в том, что не угодно Господу. Этого мы вам не советуем. Александр, запомни. Ирина может дать согласие. Я бы попросил бы ее дать согласие, только с вот этой оговоркой, что она согласится, я догадываюсь, что она как христианка согласится повиноваться тебе во всем, но не в размытом понимании, а в том только, что угодно Господу и соответствует Его воле. Так, Ирина? Согласна. Но с твоей стороны, Александр, требуется, чтобы ты пообещал Ирине в присутствии всех нас, что ты будешь ожидать ее повиновения и послушания тоже в этих параметрах, только тогда, когда ты ожидаешь то, что угодно Господу, то, что соответствует воле Божьей. Человеческий фактор тут не берется во внимание. Он настолько непрогнозируем, что даже сегодняшняя погода не угадает. Что мужья могут ожидать, требовать или фантазировать, не в счет. Милые христиане, пожалуйста, возьмите этот текст с учетом добавки. Жены могут, жены обязаны проявить послушание и подчинение своим мужьям только в том, что угодно Господу и что соответствует Его воле. Все собрание может сказать «Аминь». Потому что бывают некоторые нюансы, не совсем соответствующие воле Божьей. Далее апостол Павел тоже подчеркивает и говорит в адрес мужей, что они должны делать. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Александр, этот вопрос очень обширный, но очень и ответственный. В том плане, что если не запомнишь все сразу, запомни хотя бы место. Да. Возвращайся к этому посланию апостола Павла к Ефесянам и прочитай свои обязанности. Особенно тогда, когда есть какое-то недопонимание. Я не хочу прогнозировать наперед, но оно может быть и у вас. Вы же на этой планете не исключение, так? Да, как все. Да. И у каждого из нас бывают какие-то недочеты, какие-то недопонимания, недоразумения. Не обязательно, чтобы были скандалы, чтобы слышали соседи, но при этом всем надо какие-то вопросы выяснять. И тогда апостол Павел советует, чтобы мужья любили своих жен и ставили свое отношение по примеру, как оставил нам Христос на страницах Священного Писания. Если мы немножко сложно представляем этот пример, то давайте прочтем 17 главу Евангелия от Иоанна, когда представлена молитва Иисуса Христа о своих учениках или о своей церкви. И Он говорит так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Первое, что требуется, выразить свою любовь, подобно как Христос возлюбил свою церковь, в вопросе единства. Найдите единый взгляд на все вопросы житейские, которые встретятся вам, и тогда будет мир, и тогда будет согласие,
и тогда будет любовь. Найдите единый взгляд. То есть, я не знаю, техническим языком мы знаем, что есть единые стандарты. Здесь в Америке нам сложно, есть стандарты американские, есть метрические, но в Европе один единый стандарт. И мы, когда смотрим на какую-то гайку, на какой-то ключ, на какой-то болт, мы знаем, что этот размер на все машины одинаково и во всей технике одинаково. Вот здесь я бы хотел техническим примером привести за то, что тогда, когда вы будете единно, одинаково смотреть на вещи, тогда у вас все получится хорошо. Все стандарты подойдут, и вы не будете ошибаться, и вы не будете иметь причин для конфликтов. Хорошо? Обещаете быть во всех вопросах едиными. Я помню, один опытный пастор часто при бракосочетании даже спрашивал, обещаете ли вы, что у вас будет один кошелек. В Америке это не принято. Пусть будут три, лишь бы расходовать вместе. Так? Да. Может быть, обещаете, что у вас будет одна комната. Ну, люди здесь покупают по несколько домов, дают вариант, пожалуйста, делайте, что хотите. Но чтобы тот дом, который для вас, чтобы вы вместе имели ключи обои, любое время заходить, выходить, да, но при выходе, чтобы Ира знала, куда Александр направился. По теории вероятности, хорошо, чтобы она знала, и всем женам хочется знать, а когда вернешься? Да? Александр, не заставляй ее дожидаться и, вздохнув, спросить, слушай, а когда же ты вернешься? Скажи наперед сам. Я иду на работу, планирую вернуться столько-то. Я иду там за покупками, планирую вернуться столько-то. Правда, на этот вопрос жены не совсем отвечают. Я иду за покупками, а когда вернуться, никогда она не ответит. Это такой кроссворд, что никто не может сказать. Отправимся даже конкретно со списком зачем-то, но возвращаемся совсем с другим списком или содержимым. Ну, это бывает. И Александр говорит, не будешь недовольствовать на это, да? Все, примешь так, как есть. Ира скажет, я пошла в магазин. Ну, тогда не надо заставлять грешить, не спрашивай, когда вернешься. Вот когда вернется, тогда вернется. Хорошо? Бывает. И твоя жена не исключение, моя тоже, и все тут в зале тоже. И хорошо, когда мужья не спрашивают, не требуют такого отчета, но заранее знают, что им прощают, и в следующий раз тоже благословят. Иди, дорогая, только возвращай пораньше. Хорошо? Ну, не злоупотребляй вот этим прощением, потому что когда-то, никогда, он на телефоне сейчас есть такая страница, что он может набрать и проследить, как машина жены двигается, на каких плазах побывала. Не загружайте телефонную станцию, лучше прежде всего помолитесь, когда выходите, и вот эта молитва даст вам возможность обещание выполнить и прийти обратно в дом, где вас ждут. Хорошо, Ирина? Хорошо, Александр. Пусть Господь благословит вас. В прочитанном тексте из Евангелия от Иоанна мы видим, как Христос просит не только о единстве, но просит о том, чтобы Господь заполнил любовью сердца своих учеников, которые легли в основу создания церкви. Я бы хотел, чтобы мы сегодня молились также об этом, чтобы Господь заполнил ваши сердца любовью друг к другу и к тому, что Господь пошлет в вашей жизни. Но сегодня вопрос. Александр, обещаешь ты любить Ирину так, как Господь оставил на страницах Священного Писания, имея образец любви и посвященности Иисуса Христа? Обещаешь. Ирина, обещаешь ли ты повиноваться Александру как главе в семье в строгом соответствии с теми условиями, которые изложены на страницах Священного Писания? Повиноваться, послушание проявлять в том, что соответствует воле Божьей, в том, что угодно нашему Спасителю. Пусть Господь благословит вас. Вот с этими обещаниями мы можем быть уверены, что эта пара будет счастливой в семейной жизни с условием, если обещания выполнят. А мы об этом будем молиться. Аминь.
Дорогие друзья, я предлагаю молитвенный порядок, чтобы был помолятся родители Ирины, потом со стороны родителей Александра, есть брат Александр, которого я уже представил, он помолится, помолится невеста, жених, и в заключение помолюсь я. Пусть Господь благословит нас, и прошу вашей молитвенной поддержки для начала семейной жизни Александра и Ирины. Аминь. Давайте помолимся, склоним колени. Отец мой небесный, Господь и Бог мой, слава Тебе и благодарность, хвала, честь и поклонение за то, что по великой любви и милости Твоей святой Ты позволил нам сегодня проснуться и увидеть этот новый день в нашей жизни. За чистое мирное небо над головой я благодарна Тебе, Господи, за Твою любовь и милость с утренних часов, явленную для нас. Я прошу Тебя, Господи, в этот торжественный день для нашей семьи, Господи, я прошу Твоего небесного отцовского благословения для Саши и Ирочки, Господи. Прошу Тебя, будь милостив к ним, Господи. Благослови их дальнейшую семейную жизнь, которую они решили провести вместе. Излей свое обильное благословение, чтобы они жили в достатке. Благослови их детьми, Господи. Присутствуй всегда в жизни их. Помоги, чтобы во всем и всегда они обращались к Тебе. И за помощью, и за советом, чтобы читали Слово Твое, которое, Господи, так помогает в жизни. Я прошу Тебя, Господи, присутствуй всегда в жизни их и благослови их, и нас всех благослови в этот час. А за все Тебя буду славить и благодарить, мой вечный Бог. Аминь. Владыка неба и земли, Отец наш небесный, вечная слава Тебе, что Ты наш Бог, что Ты есть вездесущий, всемогущий наш Бог, на Которого мы уповаем. И Ты, Господи, здесь с нами, Господи, мы призывали имя Твое. И Ты, Господи, хочешь благословить нас всех здесь, и особенно, Господи, Ирочку с Сашей. Благодарность Тебе за все, мой дорогой Господь. Ты говоришь, прибудьте во мне, и я прибуду в вас. И Ты, Господи, пребываешь в нас во всех, Господи, и здесь, Господи. И мы просим милости Твоих и благословений, Господи, на эту пару, Господи, на Ирочку и Сашу. Мы просим милости и любви, Господи. Мы просим, чтобы Ты благословил их во всем, в их жизни, Господи. Чтобы они со страхом и трепетом ходили пред Тобой, чтобы они любили Тебя и во всем видели волю Твою и исполняли ее. Благослови их, Господи, в жизненном пути. Благослови, Господи, их детьми. Благослови их, чтобы у них все было необходимое, и жилье, и пропитание. Господи, сколько Ты продлишь дни нашей жизни мы не знаем, но мы знаем, Господи, что Ты скоро придешь, чтобы мы готовы были к встрече с Тобой. Благодарность Тебе за все, любящий Бог, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, я также обращаюсь к Тебе в этот торжественный и радостный день, Господи. Благодарность Тебе за все. В первую очередь, Боже, за дар спасения, за дар покаяния, за то, что Ты нашел каждого в свое время, Боже, и привел в церковь Твою, за братьев и сестер, Боже. Благодарны Тебе за то, что Ты послал на встречу друг другу и даровал эту встречу Саше и Ире, Господи, за то, что расположил их сердца. И теперь мы просим Тебя, обращаемся к Тебе, чтобы Ты благословил, Господи, потому что это самое главное в жизни. Если Ты благословишь, пошлешь верность, Господи, к Тебе будет верность друг к другу. Пошлешь, Господи, любовь, усилий к Тебе, усилится любовь друг к другу, Боже. И просим, чтобы Ты, чтобы они обращали внимание, Господи, во всех своих вопросах, и критерием их жизни было Слово Твое, а не мудрость мира, не мудрость людей, Господи. И в это суетное время, чтобы стремления их были и помышления к Тебе, Боже, чтобы было и служение ближним в церкви, Господи, и как и все родители Божьи на каждом месте и там в Украине, чтобы Ты послал благословение и детьми, и достаток, Господи, и мудрости Твоей, и знаем, что тогда все остальное приложится, Господи. Благослови и предстоящее служение, и слава и благодарность Тебе за все, что Ты уже послал в жизни, и за то, что мы верим, пошлешь. За все Тебе слава, благодарность. Аминь. Аминь. Ира молится. Мой небесный Отец, также я благодарю Тебя и славлю за этот прекрасный день.
который Ты послал в нашей жизни, и мы сегодня можем стоять на коленях и просить благословения на нашу предстоящую жизнь вместе, Господь. Так благодарю Тебя и славлю за наших родителей, за родителей Саши. И то, что Ты когда-то послал Сашу в мою жизнь, Господь, я Тебя очень прошу, благослови нашу семью, чтобы мы с мудростью могли все жить нашу жизнь и делать все правильно. Мой Небесный Отец, благослови также и все предстоящее, Господь. Прибудь с нами за все это. Благодарю и славлю. Аминь. Благодарю Тебе, что по Твоей милости настал этот день. Мы вместе с Ирой склонились в молитве перед Тобою. Прошу благословения на нашу семью новую. Также благодарю Тебя, мой Небесный Отец, за мою семью, которая далеко сейчас. Помоги им во всем. Благодарю за Ирину семью, за родителей, за братьев, за сестер. Напомни, Господь, наши сердца любовью с Ирой, мое особенно, как мужа семьи. Благослови этот день, благослови предстоящее, что нас ждет в жизни. Будь всегда с нами, чтобы Твое Слово всегда звучало в нашей семье, в нашем доме и в наших сердцах. И слава Тебе и величие, мой Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Наш Небесный Отец и Бог, мы благодарим Тебя за то право, которое Ты нам даруешь, призывать Твое имя и благословлять друг друга Твоим именем. И сейчас мы просим во имя Иисуса Христа, благослови Иру и Александра, наполняя их сердца любовью друг к другу и к Слову Твоему, чтобы они в точности исполнили то, что Ты ожидаешь от них, чтобы они исполнили те обещания, которые в присутствии Церкви они дали друг другу и Тебе. Проводить жизнь тихую, безмятежную, имея молитвенное общение, прежде всего, прошу, Господи, благослови их, делай так, чтобы они помнили Слово Твое, Твои заповеди, спешили их исполнить и через это получали те благословения, в которых они будут нуждаться. Благослови Иру полным повиновением мужу своему, чтобы она в согласии с Словом Твоим повиновалась и почитала его, и принимала его повеления, которые соответствуют воле Твоей в полном послушании. Помоги, Господи, Александру любить свою жену, имея как образец любви Тебя, Спасителя и Бога, который отдал Себя в жертву ради спасения Церкви, ради спасения грешников. Господи, благослови Александра, чтобы он всегда имел Тебя перед своим взором, перед своими глазами видел Тебя, Твои поступки, Твое отношение к народу. И так он строил свое отношение в семье и ко всем, кто окружает его. Благослови их начало, чтобы на жизненном пути они могли довериться Тебе и находить в Тебе тот источник, откуда будут черпать благословения, счастья, мира и любви. Яви Твою милость к ним, Господи, сопровождая на жизненном пути, ограждая от всякого рода зла, даруй им то сердце, которое повинуется Слову Твоему в полном исполнении, чтобы в день Твоего явления с радостью могли сказать: вот Господь, который благословил нас начало семейной жизни, на кого мы уповали и который дает нам вечную жизнь. Прошу во имя Иисуса Христа, сопровождай их, Господи, на этом жизненном пути, наполняя их жизнь Твоими благословениями, которые считаешь нужным, ибо знаем, Господи, что они печали с собой не приносят, но обогащают в Тебе, в любви друг к другу и к тому служению, которое Ты открываешь для нас. Благослови Ирину и Александра, чтобы они мудро и шли по этому жизненному пути, прославляя имя Твое и оказывая пример для подражания окружающим. Посвящаем их в Твои святые руки, как жену и мужа, которые призывают Твое имя и ожидают от Тебя благословения. Все это просим во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, тут есть некоторые уже металлические сувениры. Да? Подойди, пожалуйста, подари эти кольца по назначению. Они
оденут кольца, потом мы их представим. Иногда так завяжут эти кольца, что до золотой свадьбы точно не развяжешь. Наверное, прав был автор, который сказал, что обручальное кольцо не простое украшение, да? А двух сердец одно решение. Пусть Господь благословит вас, дайте друг другу правые руки, и я вас представлю, да, перед народом, перед церковью, как христианскую семью, где роль и обязанности жены будет выполнять Ирина Хоменко, и обязанности мужа или роль мужа будет выполнять Александр Хоменко. Они торжественно в этот день радуются вашем присутствии и также желают поздравить друг друга в начале своей семейной жизни, как муж и жена. Будьте счастливы, поздравьте друг друга. Теперь my turn, да? Моя очередь, пусть Господь благословит вас, я вам подарю Библию. Хочу только спросить в присутствии всех, верите ли вы, что эта книга имеет большую силу связать вас, быть верными, чем больше, чем эти кольца? Верите, да? Если кольца потеряете, не потеряйте эту книгу. Пусть Бог благословит. Александр, как священник в доме, читай, упражняйся и, самое главное, выполняй. Аминь. Братья и сестры, мы вкратце помолимся, потом сюда, наверное, кто-то из родителей, брат Анатолий придет, да, и сделает следующее объявление, на этом наше служение закончится, и родственники подойдут, начнут поздравлять. Помолимся. Небесный Отец и Бог наш, мы, склонившись перед Твоим величием, благодарим, что этот день Ты сотворил, имея особое благословение для народа Твоего, для церкви Твоей, где сегодня перед нами муж и жена, которые просили у Тебя благословения, Александр и Ирина. И мы призываем Твое имя и Твое благословение на них и на остальное время, которое будут проводить приглашенные. Господи, яви Твою милость к нам и сопровождай на жизненном пути Твоей благодетельности, деющей рукой всех уповающих на Тебя. Еще раз благодарим, преклонившись перед Тобою за этот день и за благословение, которое Ты посылаешь нам, ибо мы просим во имя Иисуса Христа. Будь прославлен, возвеличен в нашей жизни, любящий Бог и Спаситель. Аминь. Пожалуйста, кто из родителей подойдет или сделает объявление? Александр. Дорогие друзья, приглашенные братья и сестры, мы очень рады вас видеть на нашем, скажу, бракосочетании. И в час у нас начнется обед, и объявлю порядок, как мы будем их поздравлять. Пожалуйста, мы проходим здесь, поздравляем и уходим. Не фотографируемся, просто поздравили быстренько и прошли, чтобы мы успели еще сейчас съездить сфотографироваться, потому что после обеда мы не успеем, будет уже темно. И если вы хотите сфотографироваться с женихом и невестой, пожалуйста, садитесь на этот крайний ряд, и мы вас пригласим. Сначала будут близкие родственники, потом уже родственники и друзья. Пожалуйста, на этот ряд мы садимся, а сейчас, пожалуйста, проходите в очередь, поздравляем, и в час дня начнется обед в следующем здании. Спасибо. Ефим, я буду ждать. Ира сказала, что мама может пройти. Хоменко. Так, все, проходим. Мам. Пока оставьте, я буду, если что, двигать их.
Ладно, выключайте.